Готово. Удалось что-нибудь выяснить? Алана качает результаты. Это займет какое-то время. А пока... Киоси, ты пропал. Меня слышно? Снова Бак. Я говорю, а пока отдохни. Наследница памяти, печать ждет тебя. Виктория, ты это слышала? Не слышала. А что такое? Сперва какие-то помехи, искажение сигнала, а потом этот голос. Алексиос слышал его в Атлантиде. Эффект просачивания. Киоси был прав. Отдохни, пока Алана анализирует результаты диагностики. Печать ждет тебя. Хранитель доставил меня к тебе. Его обет исполнен. Теперь мы с тобой связаны. Наследница памяти. Это печать Атлантиды. Она долго ожидала тебя. Виктория, голос Алитеи исходит из посоха. Виктория? Чужак тебя не слышит. Ты создаешь помехи? Спокойно, Лейла. Ты не сошла с ума. Вроде. То воспоминание. Если это не Бак Анимуса, Алексиос хранил посох для... меня? А посох каким-то образом может передавать аудиосигналы, связан с печатью. Символы. Они очень похожи на код замка. Назови их в нужном порядке, и печать откроется для наследницы памяти. Ладно, говорящая палка. Какой порядок нужный? И как это узнать? Ответ хранится в памяти хранителя. Альтаир 2, я возвращаюсь в Анимус. Если сигнал есть и вы меня мониторите, отлично. Если нет, ну, вы меня предупреждали.